бабки там будут. Внимание участников! Освободите, пожалуйста, ковры и судейской коллегии приступить к работе. Второй день соревнований Кубок Республики Беларусь считать открытым. Будем приступить к работе. На колено номер один приглашается весовая категория 79 килограмм. Денисения Дмитрий Концевич, Напныка Дмитрий Мозырь. Приготовиться Карпач Копцов. Кто снят, врачи? Кто не снят? На второй ковер приглашается весовая категория 53 килограмма. Финал, борьба за третье место. Корсаков Евгений Витебск, Боровка Тимофей Витебск. Готовится Прокопов Кирилл Могилев. Куликов Константин Гобель.
Спасибо. Так давай. Я могу На пятом ковре борются борцы пятого тура. Денисенко Дмитрий, Навныка Дмитрий, Карпач Концов готовится. На втором ковре идет борьба за третье место. Контакт, контакт,
все красные. Доктор, второй ковер, подойдите. Второй красный на выходе. На горе номер один победу попал желтый намныка Дмитрий Мозырь. Занял третье место весовых. Намныка Дмитрий. И на горе номер один приглашается. Карпач Андрей Перестоица. Комцов Илья Минск. Приготовится весовая категория 61 килограмм. Щука Громыко. Встречу по баллам выиграла Матиевская. Заняла третье место. Высокая категория до 50 килограмм. На ковре номер один за 28 секунд чистую победу по баллам одержал Карпач Андрей Перестоица. На ковер номер три приглашается Марина Маркевич, Минск. Анастасия Гатальская, Гомель. Борьба за третье место. Встречу по баллам выиграл Бороха Тимофей Витебск и занял третье место весовой категории 57 килограмм. На ковер номер один приглашается весовая категория 61 килограмм. Щука Владислав Мозырь, Громыко Иван Гомель. Приготовится Матусевич Широков. На ковер приглашается вторая пара веса 57 килограмм. Прокопов Кирилл, Куликов Константин.
После этой встречи готовится весовая категория 65 килограмм. Демченко Никита, Гомин, Пригожин, Дмитрий, Витебск. Встречу чисто технически выиграл Прокопов Кирилл и занял третье место весовой категории 57 килограмм. На ковер приглашается весовая категория 65 килограмм. Финал борьба за третье место. Демченко Никита, Гомин, Пригожин Дмитрий, Витебск. Готовится Максимов Денис Могилев. Удовиков Егор, Брест. На ковре номер 3 победу на душе одержала Марина Маркевич. И заняла третье место. Номер 1 идет борьба за третье место. В весовой категории до 61 килограмма. Жестче про себя. Вот здесь работай. Давай, 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 работай, думай. Все красные. Вырви руку. Стой, Валя, стой, говорю. Внизу отказа ляг, победа присуждается Гулина. Работает.
Опустите колен. Махом ноги. Какой запас? До конца дела. Ты не делаешь просто шаг быстрее. Судья Белову. Жестче не делай. Да, вот здесь все жестче. Дальше, ногой добавляй. Вверх голову достань. Достань голову. Отсесть. На ковер номер три. Жестче. Глазунова, Диана, Петруша, Анастасия. Вверх поднял. Вверх. Вверх на ногу, на колено. Вперед голову. Развернись! 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 Давай,
Кистей завязывай! Витас, кистей, кистей завязывай! Кисти! Вяжи, вяжи, вяжи! Не надо указывать! Кистей! Отдел! Никита! Дыши, дыши, дыши! Кистей! Вяжи, ноги отбрасывай! Заставь себя! Ноги отбрасывай! Встречу по баллам выиграл Демченко Никита и занял третье место в весовой категории 65 килограмм. На горе номер один чистую победу по баллам одержал Широков Данила Мозер и занял третье место в весовой категории до 61 килограмма. После этой встречи готовится весовая категория 74 килограмма. Немов, куда упал уже? Немов, встань! Идешь! Выше плечи, стой жестко, парень! Стой! Выше плечи! Стой, говорю, стой! Покажи отсюда. На ковре номер три чистую техническую победу одержала Глазунова Диана и заняла третье место в весовой категории до 62 килограммов. Продевайся.
Возле этой встречи готовится вес 74 килограмма. Бухарчик Алексей Берестовица, Садовский Владислав Берестовица. Встречу чисто технически выиграл Максимов Денис. Могилев занял третье место в весовой категории 65 килограмм. Наталья номер один. Победа по баллам взял Куришта Александр, Гродненский район.
и занял третье место весовой категории до 70 килограмм. Доктор, подойдите к ковру номер один.
Победу одержал Кульник, занял третье место. Встречу чисто-технически выиграл Кухарчик Алексей Берестовица и занял третье место весовой категории 74 килограмма. Вес 86 килограмм. Штат за Романа, Удинок Алексей. Судьи 4-8. Меньше на судьи смотрели, матерились. На ковер приглашается Ализаров Давыд, Витебск, Киселев, Давид, Могилев. И после этой встречи готовится весовая категория 97 килограмм. Спасибо.
По баллам победу одержал Чтад Зураман. Занял третье место весовой категории до 86 кг. На ковер приглашается Сукаков Вячеслав, Россия, Рудинок Артем Бубин. Давай поработай. Подвигайся, руки включай. Подвигайся. Грузи. Встречу по баллам выиграл Ализалов Дауд Витебск и занял третье место весовой категории до 74 кг.
На ковер приглашается весовая категория 97 килограмм, финал борьба за третье место. Стоили коллег Гродно, Хабицкий Владислав Брест. Готовится моторный Олег, Пинчук Евгений. Повторно на ковер 2 приглашается вес 97 килограмм. Стоевик Олег, Гродненская область, Хабицкий Владислав, Брест. Время ожидания борцов 1,5 минуты. Просьба к представителям готовить своих участников к выходу на ковер заранее. Моторский Пинчук приглашается на ковер, весовая категория до 97 килограмм. Моторный поправка. На ковре борцы весовой категории до 97 килограммов, оспаривающие третье место. Красному углу Олег Поторный,
синим Евгений Пинчук. Со счетом 2-2 победу одержал Артем Грузинов. Thank you.
Скачивай! 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 Скачивай!
Дятлов Павел. В этой встрече победу одержал Олег Моторный Коршун. И стал бронзовым призером наших соревнований в весовой категории до 97 килограммов. Ковер приглашается борцелиса до 124 килограмма. Олег Царенок, Андрей Бойчик. Царенок снят врачом. Бойчик. Пинск. Андрей Бойчик. Андрей приглашается на ковер номер 2. Приготовится Данилов Лакеенков. Лакеенков. Данилов Данила. В связи с болезнью борца Олега Царенко победа присуждается Андрею Бойчику. В связи с болезнью Александра Лакеенкова победа присуждается Данилу Данилову. Это правда кого-то?